В эфире самое несгораемое среди горящих и самое горящее среди несгораемых рубрик программы «Галилео», которая называется «Эксперименты». Фу, это песок. Дело в том, друзья, что мы искали то, что нельзя потушить ничем. И мы нашли. Мы нашли такую смесь, которая не тушится ни песком, ни углекислотой, ни даже водой. И сейчас я вам ее покажу. Вот, пожалуйста. В этой миленькой пробирочке находится серебристенький порошочек. Это не что иное, как смесь магния и обыкновенного песка. Вот так он выглядит. Понятно, что магний с песком, когда он загорелся, потушить песком невозможно. Потому что если мы будем подбрасывать туда песок, это все равно, что мы бы подбрасывали топливо в топку. Но у нас есть углекислый газ. Так, мы набираем углекислого газа в колбу. Углекислый газ у нас тяжелее воздуха, поэтому сейчас он там находится. И вот смотрите, у меня обыкновенная деревянная палочка. Зажигаем деревянную палочку. Деревянная палочка горит ярко и красиво. Пожалуйста. И опускаем в колбу с углекислым газом. Хоп! Тут же тухнет, да? А теперь все то же самое проделаем с нашей смесью. Берем нашу смесь. Аккуратненько насыпаем ее вот сюда. Пожалуйста. Все видят? Запускаем процесс горения. И смотрим, что будет происходить. Через некоторое время магний начинает взаимодействовать с песком, и реакция пошла. Вот, видите, красиво горит. А теперь пытаемся потушить его углекислотой. А он горит. Ну что ж, друзья, а теперь самое интересное. Попробуем потушить нашу смесь водой. Вот у меня обыкновенная вода. H2O. Наливаем ее холодненькая. Наливаем ее аккуратно в этот стакан. Берем знакомую вам поварешку. Насыпаем туда знакомый вам порошок. Смесь магния и песка. Начинаем реакцию. Заставляем гореть эту смесь. А теперь, внимание, тушим его водой. Но, ну красота же. Даже в воде эта смесь не перестает гореть. Друзья, что такое горение? Горение – это химическая реакция с кислородом, чего угодно. Вот у нас есть палочка, мы ее подожгли, и пока снаружи есть кислород, палочка горит. Мы ее опустили в углекислый газ, палочка потухла. Нет кислорода снаружи, не происходит горение. А что происходит, когда у нас объединяется магний с песком? Магний с песком при определенной температуре у себя там внутри находят кислород, и внешний кислород им вообще не нужен для горения. Таким образом, смесь магния и песка не потушить никакими традиционными способами. Ни огнетушителем, ни песком. Вот он, песок у меня. Ни водой. Ну все, стоп! Нет? А что еще? А, да. Для особо продвинутых хочу рассказать удивительную вещь. Как вы помните, человек не должен ждать милости от природы, человек должен взять их у нее сам. Так же и этот вот страшный металл магний. Магний при нагреве забирает кислород у кого хочешь. И что? И правильно, и горит себе спокойно. Например, СО2, углекислый газ. О2 есть? Есть. Магний забрал кислород, загорелся. H2O есть кислород? О! Взял кислород, о! И загорелся. Или, например, песок. Силициум О2. Пришел магний и сказал, о, у тебя целых О2. Взял этих оба О2 и начал гореть. Получается, что магний это такой бандит среди химических элементов.